Слава Богу, хороший день Господь даровал нам. Имеем возможность вновь собраться, чтобы слышать Его Слово и получать назидание. Давайте, братья драгоценные, попросим Бога, чтобы Господь дал нам настрой внимательности, настрой слышания, настрой такой, чтобы это все усвоить. Вот прежде чем молиться, так сегодня с утра в своем утреннем чтении как раз читал соборное послание Якова, и хочу, прежде чем будем молиться, прочитать часть текста, чтобы мы вот именно на основании этого текста и помолились. Как раз про современный перевод. Вот, говорили, то потом в современном переводе, ну, уже сами прочитайте эту часть текста. Но я читаю синодально. И мы на основании этого текста помолимся. И вот Яков говорит нам: «Итак, братья возлюбленные», глава 1, стих 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, то есть всякий присутствующий здесь, да будет скор на слышание, медлен на слова», то есть медлен на возражение, на слова, поняли? Потому что часто мы еще не до конца не дослушали, а уже где-то возражаем, да? Но Павел нам, Павел, Яков, или вернее сам Бог, используя своего апостола, говорит: «Всякий да будет скор на слышание, медленно слова, медленно эмоции, на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией». Не знаю, как там в современном переводе, помню, в одном написано «эмоции человека». То есть человек, ну как-то, когда у него эмоции бушуют, он не способен воспринимать, он не способен творить правды Божией. Аминь. Поэтому вот давайте, когда будем молиться, попросим: «Боже, Духом Своим возьми наши эмоции, дай нам мир, успокой нас». Аминь. Аминь. Вот, будем насчет этого молиться. «Потому что гнев, потому что эмоции человека не творят правды Божьей. Посему отложи всякую нечистоту, остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Это первое. И потом: «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный», то есть в это учение, «в закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Аминь, слово Господне. Смотрите, кто вникнет, пребудет и будет исполнителем, блажен будет в своем действовании, то есть благоуспешен будет в своей жизни. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, на основании вот этого текста. Господь, спасибо, что Ты собрал нас здесь ради того, чтобы мы слышали Тебя, слышали и принимали Твое Слово. И мы молимся, Господь, чтобы Ты Духом Своим воздействовал на наш разум, воздействовал на наши чувства, на наши эмоции, чтобы все внутри нас пришло в Твой покой, в Твой порядок. Ты, Господь, введи нас в покой Твой, Господь. И разум наш успокой, и эмоции наши, чтобы мы в кротости, без гнева, без раздражения, со спокойствием и миром могли принимать это насаждаемое в нас слово. Потому что, как оно само говорит, оно способно спасти наши души, оно способно преобразить нас, оно способно, живя в нас, действовать дальше, преображая нас и устрояя наши жизни. Помоги нам быть внимательными слушателями, но помоги нам также быть людьми разумеющими, принимающими это учение и исполняющими его. Молимся Тебе об этом во имя Иисуса Христа. А также просим, Господь, чтобы Ты своим Духом действовал в нас, разрушая твердыни ветхого, плотского человека,
удаляя все горькие корни, преображая наше мышление, обновляя наше мышление и создавая иной образ мышления, который соответствует истине Твоей, который соответствует правде Царствия Твоего, Господь. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за эту духовную пищу Твоего Слова, которую Ты даешь нам. Вся слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Хорошо, слава Господу. Такая тема, она в принципе, я ее уже, ну не эту тему, но в принципе эти моменты из этой темы вам уже давал. Вот как бы это мои переживания, вот такие, Бог их снова и снова во мне производит, показывает важность, актуальность этого момента. Вот мы даже ездили мы на прошлой неделе вот с братом Денисом, с Максимом, ездили в Хмельницкий там к нашим братьям. Слава Господу, что мы дружим с другими церквями, ездили в церковь «Заря жизни». И там тоже есть центр реабилитации. И там, кстати, брат Максим служит, который у нас как-то реабилитацию проходил. Ну, мы ездили договариваться насчет того, чтобы провести конференцию, возможно, вот после Нового года, потому что в связи с этим, ну, всей этой ситуацией, мы у нас в зале не можем провести, ну, собрать много людей, а там все-таки зал, ну, у них намного больше, поэтому вот мы ездили туда, договаривались за конференцию, слава Богу, за пастыря Ростислава, который нас принял. Но суть все не там, а суть в самой теме. Суть, все это я так говорю, суть в самой теме, которая меня волнует, которая меня беспокоит. И я верю, что это вот желание такое великое от Бога. И спасибо, что Бог ложит на сердце это эти уроки и записывать, потому что будем верить, что через интернет, через запись эти уроки, эти наставления могут услышать и братья, сестры в других церквях, в других программах реабилитационных. Я верю, что это актуально не только для реабилитационных программ. Я верю, что вот этот момент, он крайне актуален вообще для всех верующих. Потому что с этим есть проблема. Вот, я так много наговорил, сейчас как бы обобщу, о чем речь вообще идет. Так вот, я все больше, знаете, так смотрю и вижу, наблюдая за жизнью людей, которых, ну, всю жизнь Бог приходил, ну, придя, нашел их, как написано в Библии, что это не мы же его нашли, это он находит нас, приводит нас к себе, полагает доброе начало, что-то начинает созидаться в жизни человека. Ну, человеку начинает открываться какая-то воля Божья, благая и совершенная, и человек даже начинает следовать в этой воле. Ну, как бы, знаете, вот порой это такой период, когда люди более такие активные, они в церквях свидетельствуют, вот Бог пришел в мою жизнь, вот явные преображения, вот тут было плохо, вот началось хорошо. Если это зависимые люди, то тем более, да, вот как стандартные свидетельства. Был зависимый, там умирал, или жизнь была разрушена, но вот Бог меня нашел, Бог меня привел, Бог меня спас. И все это хорошо, но важно, чтобы потом и дальше, да. То есть, понятное дело, что Бог дает это доброе начало, полагает доброе начало. Но важно, чтобы было дальше. Аминь, слышите? Вот мы разбираем такие образы Писания, потому что Библия говорит, что все, что написано прежде, написано нам в наставление ныне. Все эти образы, и в том числе негативные образы. Вот вспоминается мне образ, например, Лота, такого персонажа, как Лот. Вот он же тоже имел доброе начало, ведь тоже Бог его вывел, да, из этого Ура Халдейского, как образ темноты, ну, язычества, да. Вот Бог говорит, ту же судьбу, которую я уготовил Аврааму, ты можешь быть частью этой судьбы, ты можешь быть частью этого моего божественного процесса. Ты даже не представляешь, ну, как грандиозен мой замысел, мое видение и все то, что я могу сотворить в твоей жизни, если ты последуешь дальше за мной. Ведь и Бог и нам говорит, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то даже на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Аминь, слышите? Но проблема состоит в том, чтобы вместо того, чтобы нам быть подобными, так написано, так Писание говорит, Павел так написал в послании евреям, говорит, подражайте тем, кто верует долготерпением, да,
наследует обетование. И тут же он приводит пример Авраама. Но часто мы наоборот подражаем тем, кто... Ну, мы подражаем другим персонажам часто. Вы понимаете, о чем я говорю? Вместо того, чтобы подражать вот Аврааму, подражать Иисусу Навину, подражать другим, ну, другим героям или персонажам Писания, мы даже не понимаем порой, что мы подобно Лоту поступаем. Да, какой-то путь мы прошли, но потом что-то мы увидели, что-то показалось нам более привлекательным, более, слышите, более перспективным. Так было с Лотом, так было с Исавом, который за одну снеть, да, отказался от своего первородства. И причина вся, я так вижу эту причину в том, что люди не видят и люди не верят в перспективу Божьего призвания. Слышите ли меня? Потому что мы даже становясь верующими, получая спасение, мы начинаем верить в Бога, мы верим, что Он благ, мы верим даже, что у Него есть благая и совершенная воля. Но все равно где-то какой-то момент наступает, и нам кажется, что мы тоже знаем и тоже имеем эти истинные благие намерения о себе. Как это было с Лотом, он думает, ну, как бы, да, Бог же, Бог есть Бог, я не перестаю в Него верить, но у меня есть мои благие, добрые намерения. Он же с добрыми и благими намерениями ушел от Авраама и пошел в Содом, так или нет? Он же не пошел туда грабить, воровать, употреблять какие-то запрещенные препараты. Он же с добрыми намерениями. Он, наверное, имел в своем сердце, говорит, я там буду служить Богу. И, возможно, может, он там и старался служить Богу, только никто его там что не воспринимал. Потому что Бог с ним туда не пошел. Слышите или нет? Это величайшее заблуждение, в которое мы сегодня впадают многие христиане, просто взяв текст из Писания и сказал, Бог пойдет со мной, куда бы я ни пошел. Но эта история о Лоте говорит нам о том, что Бог остался где? Бог остался с Авраамом. Потому что важно быть в Божьем месте. Слышите, братья? Я вот обрисовал вам эту мои переживания, что я больше вижу насущность, актуальность, проблему очень многих людей, что вот они, мы становимся подобными Исаву, подобными Лоту, не видим перспективы в Божьем призвании, в Божьем служении. И поэтому, как написано, отходим, возлюбив нынешний век. Помните, Павел написал так, о некоторых своих соратниках, которые же тоже начинали с ним исполнять Божью волю по благовествованию, по спасению людей. Вы слышите или нет? Ну прямо вот попытайтесь это перенести в нынешнее время. Они начинали, они не проходили, может, программу реабилитации. Но что такое реабилитация? Некое преображение в них произошло. Многие из этих людей, которые следовали за Павлом, были уже даже из язычников, не из иудеев, а из язычников. То есть Бог начал с ними процесс, Бог нашел их, Бог им открылся, как и нам. И они какое-то время следовали в этом великом Божьем замысле. Но потом Павел говорит, вот все, там, по-моему, ассирийские оставили меня, в числе их там Фигел, Эрмоген, такие, ну, прямо имена называются. И говорит, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Вот вдумайтесь в эти слова. Я вижу сплошь и рядом, когда это сегодня происходит. Вот человек, Бог его освободил. Человек прошел реабилитацию, освободился от наркотиков или от алкоголя. Это лишь первичный этап. Это не цель. Я даже так возьму смелость сказать, что цель реабилитации состоит не в этом. Это лишь первичная такая, начальная цель – освободить человека от зависимости. Я верю, что цель христианской реабилитации – это дальше научить человека, приучить, выработать навык следовать за Богом, исполнять Его волю. Аминь. Аминь.
И вот этот человек, и вот эти люди вроде бы последовали, но потом написано «возлюбил нынешний век». То есть он просто, знаете, что такое «возлюбить нынешний век»? Он говорит, ну, вот тут я ясно вижу перспективу. Нынешний век это образ, ну чего, вот окружающего мира. Но вот здесь я ясно вижу перспективу, вот как-то, как, например, Лот сказал, ну это хорошо, да, я понимаю, что Бог меня привел вот вместе с Авраамом, ну, что вот, ну, надо быть с Авраамом, что там, как бы, надо ждать, надо терпеть, там, как написано, верой, долготерпением наследовать обетование. Я даже в эти обетования верю. Но жить-то как-то надо, я же сегодня хочу жить. А вот тут раз я и увидел перспективу, но она не в Божьем месте и не в Божьем деле. И люди смотрят на Божье место, и оно кажется пустым. Вот сегодняшний урок, я так и назвал, такое Бог название положил на сердце, читая одну из историй из Евангелия от Луки, мы сейчас к ней обратимся. Как раз таки эти слова мне особенно как-то Дух Божий как-то положил на сердце или перед мои глаза их явил. Когда ученики, которые были со Христом, представьте, ученики ходили со Христом. Он был с ними в этом месте. А они ему говорят, отпусти народ, чтобы они нашли себе пищи. Помните эту историю? Потому что место здесь пустое. Вы только вслушайтесь в эти слова. Вот в этом месте находился сам Бог, Иисус, Господь, Творец неба, земли, Творец всего. В котором Он говорит, я есть все, во мне есть все. Аминь, слышите? А люди, а ученики смотрят и говорят, место здесь пустое. Ну давайте по порядку. Как бы я уже сказал, название себе запишите. Пускай оно так будет называться. Мы здесь не в пустом месте. Вот я бы хотел, чтобы Дух Божий, как это, знаете, как Экклесиас написал, в книге Экклесиаста есть такие слова, так он пишет, слова мудрых, как вбитые гвозди. Да? Вот я бы молился так, пусть Дух Божий сделает это, как вбитый гвоздь в наше сознание. Что место, в котором место Божье, то есть место, которое Бог определил для тебя. Если ты находишься в этом месте, слышите? Слушайте меня внимательно. То значит в этом месте Господь находится с тобой. И даже если оно выглядит как пустыня, а так порой бывает часто, мы это тоже сейчас исследуем через Писание, это место пустым быть не может. Но глаза, разум, логика нас вводят в обман, как и учеников, что место здесь что? Ну пустое. Вот если смотреть с позиции человеческого естества, то, конечно же, ну вот когда Авраам и Лот, вот представьте себе, они смотрят на то место, в котором они находятся, и оно пустыня, а то место, куда смотрят глаза Лота, там оно орошается там водой, и оно даже ему показалось, как, когда сдалека оно показалось, как сад Эдемский. Знаете, как... И говорят, есть такая поговорка, лучше там, где нас. Нет. Ну нет, всегда ну, такой смысл. Что наши глаза могут куда-то смотреть и говорят, вот если бы я был там бы мне было лучше. Но когда мы туда попадаем, там, как правило, лучше что? Не становится. Почему? Да потому что мы туда попали. Бывает так, да или нет? Вот. Но представьте себе, Авраам Лот отделяется от Авраама. Авраам же тоже человек, я могу предположить, что у него тоже были переживания, подобные ученикам. Он смотрит, он помнит, что Бог ему сказал ходить в окрестностях вот этого места. Потому что Бог ему дал четкие указания, вот земля, по ней ходи, а туда не ходи.
Но он смотрит на эту землю, как мы порой вот глазами смотрим на место, в которое Бог нас сегодня поместил. И каким оно нам кажется? Пустым. Пустым, здесь нет перспективы. Но прочитайте это место в книге Бытие. Бог приходит Аврааму и говорит: не смотри просто глазами, смотри, слушай меня. Вот прямо на этом месте я благословлю тебя. Прямо в этом ты не понимаешь, ты не видишь, ты не способен видеть тех процессов, которые я в тебе произвожу. Вы слышите меня? Братья драгоценные, вы не способны видеть тех процессов, которые Бог в вас производит, но Он в вас производит доброе и угодное Ему. Слышите или нет? Мы даже не способны не то, что их видеть, мы порой их не способны ощущать. А если эти процессы ощутимы, то, как правило, они для нас, для нашей плоти неприятны. Кто-то меня понимает? Да. Но Бог является Аврааму в этом пустом месте, которое для Авраама было пустым. Он говорит: посмотри, Авраам, посмотри по-другому на звезды, вот смотри, вот такое будет твое будущее. Я вот так благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу. Помните, мы разбирали, что это значит? Но мы отвлеклись от самой истории. Давайте прочитаем. То есть вы написали, пусть это утвердится в вашем сердце. Вот эта фраза: мы здесь не в пустом месте. Знаете, я думаю, братья, вот мне важно ваш ответ. Согласны ли вы с этим? Я думаю, что это не секрет, это очевидно, и это так, и это со всеми происходит, что порой и часто то место, в котором мы находимся, вот в которое Бог нас помещает, те обстоятельства, через которые мы проходим, а часто это называется пустыней, в этот момент нам кажется, что мы тут делаем, это пустое место. Или я что-то не так говорю? Да. Если вы в этом еще не находитесь, то вы обязательно в этом будете находиться, в этом состоянии. Слышите? Я осмелюсь сказать, что это тоже обетование. Это неизбежно. Смотрите, сколько раз этот элемент пустыни повторяется в Писании. Бог, прежде чем ввести народ в землю обетованную, вел их что? Через пустыню. И так написано, чтобы впоследствии дать тебе иную жизнь, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Масса мест, где используется это. Вот эта история, которую мы будем читать в Луки. Бог явил великое чудо умножения хлебов, умножения рыб, но Он сделал это в каком? В пустом месте. Вы помните, Дух Божий после того, как сошел на Иисуса Христа, куда повел Его? В пустыню. Но много раз этот момент используется. Но не обязательно как-то, нам пустыней может даже казаться то в моменте программы реабилитации есть странные моменты. Вот для человека, может быть, он жил на вокзале или не на вокзале, или жил где-то на мусорке, его нашли, отмыли, одели его, он там ел какие-то объедки, тут он ест полные пайки, как там, макарон или каши, и все равно это место ему может казаться пустым. Тут такие парадоксы тоже наблюдаются. Тоже нам может казаться пустым местом даже то место, которое на пустыню не похоже. Я что-то не то говорю? Вот. Так что мы странные создания. Вот. Но давайте вот об этом поговорим. То есть смотрите. То есть давайте так подведем итог, что часто там, где мы находимся, проходя через так называемые пустыни, место, в котором мы находимся, может казаться нам пустым. Ключевое здесь слово казаться. Слышите или нет? Но если вы на это поведетесь, оно и окажется пустым. Слышите или нет?
Оно и окажется пустым, если ты будешь считать его пустым. Если ты будешь видеть его пустым, и ты позволишь, ну, вот этому состоянию, этому мышлению как-то засосать тебя, пропитать тебя, то оно и окажется для тебя пустым. Это важное откровение. Еще раз хочу обратить на это внимание. Еще раз повторю эту фразу. Это часть Божьего процесса, помещать человека в те места, которые могут быть не пустыми, но они могут казаться нам пустыми. Слышите меня? Но ключевое слово здесь казаться. Но это место и окажется пустым, если ты и дальше будешь так считать, что это пустое место. Ты не извлечешь из него пользы. Ты в этой пустыне и останешься. Вы помните, сколько детей Божьих, которые он любил, народа израильского, сколько из них погибло в пустыне? Почему? Потому что они и считали это каким местом? Пустым местом. Вы помните, сколько людей попадало уже и проходило через программы реабилитационные? Да. Для большинства оно осталось каким? Пустым. И даже потом есть много скептиков сегодня, которые говорят, зачем эти центры реабилитации? Ну да, вы их там людей содержите какое-то время, пока они там, они еще более-менее как-то там держатся. А потом выходят и ничего. Но знаете, ничего, те, кто выходят и ничего, это те люди, которые, когда к ним эта мысль пришла, что это место пустое, они с этой мыслью остались. Естественно, пробыв здесь кто полгода, кто год, можно тут годами находиться, считать это пустым местом, и ты отсюда ровным счетом не выйдешь пустым. Вы меня слышите? Меня понимаете? Да? Вот в чем я вижу проблему. Ну давайте я прочитаю это место из Луки, Евангелие от Луки, 9 глава. Вы себе можете это записать. Евангелие от Луки, 9 глава, потом сами прочитайте эту историю. Ну, если хотите, откройте ее, пускай она у вас будет открыта, потому что мы к ней будем несколько раз обращаться. С 11 стиха, 9 глава Луки, с 11, я буду сейчас считать 11 и 12 стих. Но вы эту историю прочитайте. И вот здесь говорится, народ, узнав об Иисусе, где Иисус будет находиться, пошел за ним. И он, то есть Иисус, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и приступив к нему 12, то есть 12 это кто? Ученики. Это, смотрите, ближайшие ученики. Приступив к нему 12, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи. Потому что мы здесь в пустом месте. Слышите? Он находился здесь, и они находились здесь. И они говорят, мы здесь в пустом месте. Мы здесь в пустом месте. Ну вот истина, которая должна пропитать наше сознание, наш разум. И она звучит так. Место, где есть Бог, место, которое Он определил для тебя на тот или иной момент жизни, пустым быть не может. Слышите меня? Оно не может быть пустым по единственной причине, потому что Он сам есть в этом месте. И эта история об этом свидетельствует, потому что он, взяв то малое, что было, умножил это. Вы со мной? Да. Еще раз повторю, эта истина должна. Она-то должна, но все зависит от нас. Насколько мы будем восприимчивыми, насколько мы это примем, насколько мы это впитаем. Что место,
которое Бог определил для тебя, то есть место, где есть Он Сам, место, которое Он определил для тебя, не может быть пустым. Слышите или нет? Оно может казаться, слышите? Оно может казаться пустым, но оно пустым быть не может по одной единственной причине, потому что Он Сам есть с тобой в этом месте. Но тут, наверное, следует заметить, что я часто это говорю, повторяю, что сегодня в христианстве, конечно же, люди очень любят поверхностный взгляд и такие места, которые из Писания выбирать, вырывать из контекста, которые тешат слух. И там, где говорится, ну, Бог везде, всегда со мною. Естественно, Бог наполняет небо и землю. Аминь. Это так или нет? Вы понимаете, что Бог, Он присутствует везде, везде и во всем. Потому что Он сущий, сущность всего. Аминь. Слышите? Но есть определенные места, определенные дела, которые Он помещает человека, дела, которым Он призывает. Он говорит... Я по-особенному буду с тобой в этом месте. Или я по-особенному буду являть себя, свою славу пред тобою, на тебе, в том деле, которому я тебя призываю. Вы понимаете ли меня? Да. Послушайте, есть много фраз, есть много мест Писания, где Бог говорит, нет меня с вами. Ну что значит нет? Что значит нет? Что Бог исчезает из земного пространства? Нет, Он не исчезает, Он просто себя не проявляет. Когда Он говорит, нет меня, что? С вами. Нет меня. Бог говорит, нет меня, Лот, с тобой. Я остался там с Авраамом. Когда слушались. Нет меня с вами, потому что я там, куда я следую. И вы всегда будете там со мной, если будете следовать туда, куда я вас зову. Или если будете оставаться там, где я вам говорю оставаться. Потому что вера. Помните, когда Бог через апостола Павла дает такое откровение о вере через 12 главу или 11 главу Евреев. Да, он говорит, что без веры угодить Богу невозможно. И тут же показывает два примера двух людей. Почему я все думал, почему именно эти два? Потому что они показывают две стороны веры. Авраам говорит, верой последовал. В пустыню, не зная, куда идет, но он знал, что Бог будет с ним. Так, все, что Бог ему обещал, он говорит, я буду что? С тобой. Авраам следовал, а другой пример сразу, Аной, оставаясь на месте, строил ковчег. Вы понимаете, тот следовал, и порой часто и в таком более харизматическом восприятии сегодня, в христианстве больше всегда люди куда-то стараются бежать, следовать. Вот Бог сегодня мне сказал ехать туда, а тут уже туда я поехал. А оказывается, Бог уже говорит ехать туда. И люди постоянно с места на место перемещаются. Как-то сказать, но потом, знаете, почему-то не перемещаются в худшие места. А всегда перемещаются как-то, куда по ихнему мнению будет лучше. И говорят, вот это Бог мне сказал туда ехать или туда следовать. И я в вере следую туда. Я помню, был в Испании в гостях у Юры Савина. Я стараюсь каждый год туда ездить, там служить. И там видел одну пару христиан. Слава Богу, я их не осуждаю, потому что мне так запомнилось. Они мне так утверждали. Они прямо так настаивали с таким харизматичным пылом, что Бог им указал прямо на карте место, куда им надо ехать. И что они уверены, что это место, что их Бог призвал здесь служить. Я говорю, слава Богу, давайте порадуемся, давайте помолимся. Вот будете помогать здесь. Мы тут будем служить. Но через 3 месяца я услышал от Юры Савина, что эти люди уже им Бог сказал ехать в какое-то другое место. А потом еще через 3 месяца еще в другое. Вы понимаете, о чем идет речь. И каждый раз они утверждают, что они движимы верой.
Да, Бог может призвать человека покинуть, как он Аврааму сказал, выйди из этого места и иди туда, куда я укажу тебе. Это есть пример веры? Есть. Но Ною Бог сказал, что строй ковчег. И он оставаясь, слышите, оставаясь на одном и том же месте, годами совершал монотонный труд. В вере. Слышите или нет? Я думаю, что труд служителя реабилитации больше похож на труд все-таки кого? Ноя. Поэтому да не смущает вас, служителей, вот этот момент пустыни. Потому что Ною тоже казалось, что он занимается бесполезным делом. Аминь. Пусть эти все истории учат нас. Хорошо. Поэтому еще раз это утверждение. Место, где есть Бог, не может быть пустым. Место, которое Он определил для тебя, дело, которое Он определил для тебя, не может быть пустым, потому что Он сам есть там, потому что Он сам, Бог говорит, я сам здесь с вами. Аминь, слышите? Но пустым можешь быть ты. Ну, если вы фиксируете, то фиксируйте у себя. Место это пустым быть не может. Вот представьте себе, попытайтесь нарисовать эту ситуацию. Вот куча людей собралась слушать Иисуса. Вот, естественно, момент наступает вечер, еды там нет. Ну, пустынное место. Ну, это же территория Израиля, пустыня, пустынное место. На вид, на взгляд. Ученики с позиции человеческой логики, как бы все звучит правильно, надо, чтобы они шли в другое место, которое, по их мнению, что не пустое. Да? А Иисус им говорит, нет, вы, уповая на меня, здесь, в этом месте, дайте им есть. Ну, это мы чуть дальше прочитаем. Но самое главное, вот, чтобы вы поняли, реакция учеников, место здесь пустое. И как часто мы, люди, ведемся на это. То место, где Бог с нами, мы можем считать пустым. Но место пустым быть не может. Пустым может, вот, ну что может быть пустым, теперь давайте разберемся. Но пустым можешь быть ты. Аминь, слышите? Твоя голова может быть пустым, твой взгляд может быть пустым, потому что ты так видишь. Пустым может быть твое сердце. И пустой может быть твоя вера. Сегодня христиане научились красиво петь песни о вере. Боже, ты с нами, или мы с тобой, и всякие эти самые. Но потом, когда действительно было им вот известно, что Бог призвал их это дело делать, что Бог призвал их в этой церкви быть, что Бог призвал их быть в этом месте, вдруг это место им начинает казаться, что пустым. А какое-то другое место им может казаться более наполненным. Но в результате правда состоит в том, что пустое не место, а пуста их вера. Вера может оказаться быть пустой. Ты вроде бы ее имеешь, но она пустая, потому что она направлена не туда, куда надо. Ты можешь представить себе, ты можешь верой, которая тебе дана, как дар от Бога. Ты можешь верить, что это место пустое. Вы сейчас меня понимаете? Смотрите, можно верить, что это место пустое, а можно верить, что оно не пустое. Одной и той же верой. То есть пустой, как я сказал, пустой может оказаться твое сердце, пустой может оказаться твоя вера, если ты не оценишь по достоинству, вот фраза очень важная, если ты не оценишь по достоинству место, в котором находишься по воле Божьей. Не оценишь по достоинству.
это такая интересная фраза, которая пришла мне на сердце. И сейчас, и если вы внимательны, то и на прошлых уроках я вам говорил вот о том, что, что такое, помните, мы когда-то разбирали, что мы можем что-то недооценить или оценить, но не по достоинству. Аминь. Помните, мы говорили об этом? Вот смотрите, можно как бы, да, на какую-то вещь смотреть, можно смотреть на место, на программу реабилитации, на церковь, например, какую-то не очень большую, может быть, даже как на нашу. Наша церковь же не очень большая. Или можно смотреть на служение какое-то, на какое-то дело, которое тебе вверено сегодня, не очень большое. Ну, забыв, конечно, что Бог больше смотрит на верность, как в чем? В малом. Ты сможешь смотреть на свои обязанности, как на что-то такое, ну, небольшое. Вы слышите или нет? И ты можешь это оценить, ты можешь сказать, ну, я не считаю, ну, как-то, не в смысле, ты скажешь, что оно вообще как-то, ненужное, неважное, но ты можешь его считать чем-то малозначимым. Слышите ли? Понимаете? То есть не оценить как? По достоинству, потому что оно намного более ценно. А знаете, что цену ему придает? Цену ему придает не масштаб, а тот, кто верил тебе это дело. Вы же, наверное, согласитесь все, что мы так люди устроены, что мы ведемся, мы ценным, значимым. Ну, как-то у нас значимость, ценность определяется масштабностью, да, видом каким-то, так или нет? Но настоящая ценность определяется лишь потому, лишь потому, кто тебе это дал, кто тебе это верил или кто тебе сказал это делать. Если это малое дано тебе Богом, то это имеет великую цену. Вы слышите ли меня? Но проблема в том, что мы можем это не оценить как? По достоинству. То есть суть не в том, что мы этого... Ну, есть люди, которые вообще не ценят, пренебрегают. Это называется пренебрежение. Но есть другая опасность, что мы можем ценить, но потом сказать, так все это как-то вот... Я говорю, что служение реабилитации, оно напоминает больше образ, для меня это подходит образ Ноя, который изо дня в день строил этот ковчег. Ну, делал какую-то определенную норму, монотонную, с этими годами, да или нет? И порой ему казалось, что другие люди, они делают что-то более значимое. Вы слышите ли? Что жизнь как бы, проходит мимо. Но вы представьте себе, как начало меняться. И люди так считали, которые его окружали. Но вы представьте себе, как начало меняться сначала медленно их мышление, когда первые капли дождя упали на землю. И чем больше дождь усиливался, тем больше эти люди вокруг начинали понимать, что, оказывается, то, чем они занимались, не имеет никакой ценности. А то, что делал этот человек, это единственное, что ценное. Вы слышите? Вы только задумайтесь, вы только представьте, какой это переворот сразу в сознании. А ведь Писание нам об этом говорит, что будет сегодня так, как во дни, что Ноя. Люди строили, люди ходили на работу, люди создавали семьи, люди тем занимались. Не говорится о плохом, а Ной строил ковчег. И думал, возможно, думал, что это бесполезное дело. Но этим он строил свое спасение и строил спасение своего дома, как говорится об этом. Вы что-то понимаете? Да. Поэтому вот что значит оценить по достоинству. Очень важно. Молитесь об этом Богу. Я знаю, что это трудно. На протяжении этих долгих лет, в принципе, нахожусь в одном и том же служении. И это трудно.
Хочется, как бы, чтобы всегда хочется большего масштаба, всегда хочется чего-то как-то, ну, как-то большего. И, когда, и это хорошее желание. Но важно при этом не утратить того, чтобы ценить по достоинству то, что есть сегодня. Потому что цена определяется не масштабами, не объемами, а тем, кто тебе это верил. Вы слышите меня? Да. И поэтому вот вам несколько советов, в принципе, я затянул уже немного. Вот вам несколько советов, которые Бог мне дал, когда я над этим начал задумываться. Чтобы оценить по достоинству. Чтобы, ну, сегодня оценить по достоинству то место, то дело, которое может кажется тебе не таким значимым. И чтобы и дальше этого не потерять. Вот будет несколько буквально. Слово «пункт» мне не нравится, но пускай будет «пункт». Первое. Вы понимаете, что вы сейчас будете фиксировать, да? То есть, понимаете или нет? Да. То есть я сказал, что важно оценить, всегда оценить по достоинству место и дело, которое Бог тебе вверяет на том или ином этапе твоей жизни. Аминь. Потому что существует великая опасность не оценить это по достоинству. А если ты это по достоинству не оценишь, то что-то другое, что в твоих глазах будет иметь большую цену. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Если не оценить по достоинству место и дело, которое Богом верено тебе, например, сегодня, то величайшее, то существует величайшая опасность, что что-то другое, что покажется тебе намного что ценнее, как это и происходило вот со всеми этими примерами, которые мы разбирали. Амен. Поэтому вот некоторые советы. Первый. Не говори, что это место недостойно тебя. И что ты достоин другого. Простой совет. Никогда не говори. Не говори. Знаете, вот, слушайте, на секунду остановите. Ну, я включил фразу «не говори», но тоже я вам это уже много раз говорил, что можно говорить, не говоря. Вы сейчас понимаете? Да. Ну, можно, ну, не обязательно это вслух, ну, как-то говорит, я этого никогда не говорил. Да понятно, что ты это не говорил, можно это говорить, не говоря. Аминь, слышите? Поэтому приучите себя, никогда не говори, что это место, что это дело, оно тебя недостойно. Ну, сейчас понимаете смысл? Мы всегда должны говорить о себе, что мы рабы, ничего не стоящие. Я это сейчас в другом смысле говорю. Потому что нам порой кажется, что мы достойны чего? Большего. Я вот сейчас не стесняюсь этого сказать. Мне часто чьи-то мысли приходят. Вот мне часто моя плоть диктует такие мысли, как считать людей, вот здесь находящихся. И мне хотелось, я бы себя чувствовал как бы-то значимее, если бы было 50 человек хотя бы. Слышите или нет? Поэтому я достоин, я по своим, по опыту уже своему. А еще как бы я же уже начал в семинарии учиться, почти уже ее закончил. Поэтому я достоин что? Большего. Это место меня уже что? Недостойно. Слышите, никогда не позволяет так говорить. Еще раз повторю, потому что достоинство определяет лишь тот, кто тебе это что? Сказал. Я каждый раз себе напоминаю, да неважно, пускай тут два человека будет сидеть. Если Бог меня сюда направляет, значит, это место не пустое. Значит, мое дело не пустое. Кто его знает? А вдруг от этого одного произойдет, потому что Бог так и говорит, от малого произойдет тысяча. А мы порой можем этого по достоинству не оценить и сказать, ну вот, конечно же, если бы меня позвали там проповедовать в церковь, там, где тысяча человек, то, конечно, я бы поехал. И так многие, слушайте, многие христианские лидеры так себя ведут, так мыслят. Мне жалко их. Я не стесняюсь это сказать.
А сколько там человек будет в собрании, куда вы меня зовете? Ну так, ну, наскребем человек 50-80, приедьте к нам на конференцию. Ну, как бы люди, может, так прямо не скажут, но, ну, если вы там 1500 насобирали, то да, я, может, и посетил. А так, 80 человек, это место меня недостойно. Ну, Боже, помилуй нас, помилуй тех, кто так мыслит, и сохрани нас от этого. Вы слышите меня? Потому что я думаю, для Бога тяжелее найти человека, который будет в селе 5 бабушкам проповедовать, чем который будет проповедовать сотням людей. Конечно, его все будут видеть, это по телевидению покажут, это значимо. И то место может человеку показаться не пустым, а вот там в селе 5 бабушкам может человеку показаться пустым. А именно там хочет его видеть Бог. Вы что-то понимаете? Да. Пусть это меняет наше мышление. Поэтому никогда не говори, что это место недостойно тебя и что ты достоин другого. Пойми, ты достоин того, куда тебя Бог что? Направил. Поместил и направил. И принимай это как великое достоинство. Ты удостоен чести от Него. Боже, я молюсь, чтобы каждый понял и каждый услышал. Второе. Цени не по виду и ощущениям. Ну, цени место, дело, понимаете ли? Место, дело, которое тебе доверено. Не по виду, не по ощущениям, слышите? А по содержанию и процессу. Я сейчас это объясню. Цени, ну то есть оценивай. Не по виду и ощущениям, а по содержанию и процессу. Я думаю, что все согласятся, что мы человеческому нашему естеству всегда как-то свойственно все оценивать по виду и по ощущениям, да? Ну, по виду это как то, что видят глаза, по ощущениям это то, что мы ощущаем. Ну, давайте перенесем это, чтобы это было более понятно, на программу реабилитации. Вот мы можем оценивать все происходящее как. Тот мне не нравится, тот служитель не такой, тот брат мне мешает. Ну, или вот это как-то... То, что запланировано в графике, например, там рубка дров, приготовление пищи, уборка территории, это мне как-то мешает, у меня это вызывает нехорошие что? Ощущения. Поэтому я это не ценю, потому что, знаешь, почему ты это не ценишь? Потому что ты стараешься это ценить как? По виду и по ощущениям. Но цени, но пытайся действовать по-другому. Пытайся оценивать что-либо по содержанию и по процессу. Что такое содержание? Бог мы сейчас дальше будем смотреть, почему Бог вводил Израиль, например, в пустыню. Потому что это не было пустым, это было наполнено определенным, порой даже тайным для тебя содержанием. Потому что такое содержание? Бог, я верю, что Бог... Что когда мы называем программу реабилитации, вот часто люди думают, не вот такие люди непосвященные, думают, ну, которые ко мне часто обращаются, они думают, что программа реабилитации это вот именно уроки. Уроки, вот эта программа, которую вы тут проходите по шагам, да, это называется программа реабилитации, но это лишь малая часть программы. То есть программа реабилитации это весь комплекс происходящего здесь. Вы понимаете ли? Да. И это все наполнено определенным Божьим содержанием. Бог во всем этом, я верю, что через все это Бог каким-то образом что-то производит. Вы слышите ли? И через все это Бог производит какой-то процесс. И если вы сумеете как-то... судить не по виду и ощущениям, а по содержанию и процессу, то более вероятности, что вы это будете ценить по достоинству. Не знаю.
Я сумел достаточно точно это изъяснить. Потому что, еще раз повторю, часто мы, люди, судим как? По виду и по ощущениям, но не по содержанию и процессу. Аминь. Понятно это? Но это применимо не только к программе реабилитации, а к любому служению маломальскому. Мы можем думать, ну, вида это не имеет ни вида, ни величия. Но зато это имеет что? Божье содержание и процесс. Вот как, вот это место, будь верен в малом, и что? Ну, видь содержание, видь пользу в том, что я тебе верил. И Бог говорит, и придет момент, когда я тебе скажу, хорошо, добрый и верный раб, ты был верен в малом, войди в большее, войди, более того, войди в радость меня, твоего господина. Аминь, слышите? Ты никогда не сможешь этого ощутить, если не научишься по достоинству оценивать малое. Аминь, скажите. Аминь. Ты никогда не испытаешь вот этого момента. Войди в радость Господина. Не войдешь ты в радость Господина, если ты не научишься по достоинству оценивать малое, которое дано тебе. Малое, это другое, может, малое, ничтожное, незначимое в твоих глазах. В твоих глазах. Слышите ли? Следующее. Следующее. Вы фиксируете, да? Да. Пойми, что вот когда ты находишься в этом состоянии или месте, ну больше я бы так сказал, когда ты находишься в состоянии, о котором я говорю, что место или дело, в котором ты находишься, оно пустое. Аминь, слышите? То есть вот когда находишься в этом состоянии, пойми, постарайся понять, что делает Бог с тобой в этом месте? И для чего? Аминь, слышите? Это же все советы. Я вас еще не это, в смысле не сбил. Это я вам даю все советы, как не перестать ценить по достоинству. Поэтому, когда вопрос не стоит, если ты попадешь в это состояние, что тебе будет место и дело казаться пустым. А вопрос, когда ты попадешь? Потому что ты обязательно периодически будешь что? В это состояние попадать. Так вот, когда ты попадаешь в это состояние, или оно находит на тебя, что это место, что это дело, оно какое? Пустое. Старайся понять, что делает Бог с тобой в этом месте или в этом деле. И для чего? Аминь, зафиксировали? Да. Теперь слушайте. Я, слава Богу, Бог с Божьей помощью, но слава Богу, что я употребил слово «старайся». То есть я сразу вам говорю, вы не поймете всего от начала, как бы ты сильно ни старался, вы до конца не поймете. Слышите? Вы до конца не поймете, что делает Бог и для чего. Аминь, слышите? Ну, поэтому, зная это, ну, это сохранит вас от разочарований. Но само старание понять, что Бог делает, что Бог производит, что, очень поможет вам. Поверьте. Ну, слышите? Слышите меня? Еще раз повторю. Старайся понять, что делает с тобой Бог в этом месте и для чего. Как частично ты будешь понимать, я по себе это уже, ну по себе, по своему опыту говорю, до конца всего ты понять не сможешь. Аминь? Потому что еще так написано, в его пути выше наших путей, его мысли выше наших мыслей, не все нам открыто сразу. Аминь? Ну вот как... Этот пункт, он требует такого, это важный пункт, поэтому запишите к нему очень важные места Писания и в личном чтении вашем разберите. Особенно эта глава интересная вся, 8 глава книги Второзакония. Я вам несколько стихов буквально прочитаю, немножко мы остановимся на этом моменте, он будет очень важен.
Я когда в Никифоровцах этот урок давал, больше что-то меня понесло в личное свидетельство. Не знаю, буду ли я об этом свидетельствовать сейчас, но хоть, ну, частично да. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны. Я просто по себе, ну, как бы вот это место, вот этот момент, я просто, когда давал братьям в Никифоровцах, я просто у меня внутри все дрожало, потому что прямо в этот момент Бог углублял еще это откровение. Ну, не знаю, найдет ли на меня сейчас такое помазание, это все, ну, потому что это от Бога зависит, но это момент важен. Смотрите, еще раз говорю, вот когда мы попадаем в это состояние, что нам уже кажется, что это место и дело пустое, важно стараться понять, что делает Бог с тобой в этом месте и для чего Он это делает. И вот в книге Второзаконие эти вещи как бы Бог как раз таки обрисовывает Израилю. Я верю, что через эти образы Он это и нам рисует. Вот как минимум, Второзаконие 8, 2, 3, читаю. Бог говорит, помни весь путь, то есть весь путь, весь процесс, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. То есть уже эти слова говорят, что это, что ты не заблудился, то есть ты не ошибся, это Бог вел тебя. Вот вел тебя, ты 3 месяца на реабилитации, ты там полгода на реабилитации, ты 6 лет, есть люди 6 лет. Я был 8 лет в этом, ну не в программе, ну как бы в смысле, не на реабилитации, но в процессе этого. Я, слышите, это я был, я уже 20 лет в этом. Потому что проводя реабилитацию кому-то, я сам ее что? Прохожу. Бог во мне ее производит до сих пор. Аминь. Вот. И поэтому он говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. То есть Бог говорит, это я вел тебя. Смотрите, по пустыне. Вот уже 40 лет. Если бы на этом все, и на этом все, как бы так, ну помню. А что ты помнишь? Да что помню? Ну, как если помнить пустыню, то помнить, то ты помнишь только как бы негативное, да? Но дальше Бог говорит: да, это я вел тебя по этому пути, это именно я по пустыне вел тебя, вот уже 40 лет. И дальше говорит, чтобы смирить тебя. То есть. Мы говорим, попытайся понять, для чего это было, для чего это сегодня есть. И Бог отвечает, я это делал, чтобы смирить, чтобы научить тебя смирению. Потому что я очень хочу даровать тебе благодать, но благодать я дарую кому? Смиренному. Аминь. Поэтому я очень хочу, вот когда если мы понимаем, Бог, я вывел тебя из худшего места, народ мой Израиль, где тебя угнетали, так или нет? И я не просто хочу, и моя цель не просто как-то тебя вывести, а потом так, ну, а теперь уже дальше как бы спасайся, кто может. У меня есть план, так или нет? Но для этого, чтобы когда, для того, чтобы мой план совершенный, чтобы на той земле, куда я тебя приведу, ты был счастлив, и ты мог там удержаться, мне нужно тебя научить смирению. Аминь, слышите? Потому что без благодати моей те народы, это образы, то есть все, что в этом мире, тебя поглотит. Но благодать моя не сможет быть с тобой, если ты не научишься чему? Смирению, слышите? А смирению ты научиться не можешь. Потому что я только, то ты можешь, вернее как, ты можешь научиться смирению, но лишь совместно со мной. Аминь, слышите? Плод это всегда, запомните, плод это всегда действие двух. Плод духа, что такое? Он чей? Божий или человек? Правда в том, что он и Божий, и человека. Вы слышите или нет? Потому что Бог его производит. То есть он по-другому не может в нас происходить. Но ты в этом прилагаешь что? Ну, как бы старание. Вот как ребенок. Вот ребенок, маленький ребенок. Он чей плод? Папы или мамы? Понимаете, он совместный, обоих. Аминь, слышите ли? Поэтому вот здесь Бог и говорит. Я делал это. У меня была в этом цель. У меня есть цель, чтобы смирить тебя. Это первое. Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Вот тут так переведено в этом в синодальном переводе,
чтобы как будто Бог говорит, первое, я это делал с определенной целью. Первое, чтобы научить тебя смирению, а второе, чтобы узнать, что в сердце твоем. Но в других переводах тут стоит слово, чтобы явить. Потому что согласно, вот, когда мы читаем в этом переводе, нам кажется, что Бог не знает, что в сердце твоем, и ему надо было что? Узнать. Но правда состоит в том, что он я делал для того, чтобы ты узнал. Вы слышите или нет? Чтобы ты узнал. Потому что я Бог, как написано во многих местах, вникаю в сердце, вижу все тайны в сердце. Поэтому не надо, тут Бог и так знает. Бог это, как это звучит? Я это делал, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать. То есть больше слово подходит, чтобы явить тебе же, что в твоем сердце. Аминь, слышите ли? И третье, будешь ли хранить заповеди его или нет? Аминь. И третий стих, смотрите, он смирял тебя. Он, написано, это Бог говорит, это я томил тебя голодом. То есть томил, допускал состояние вот это, допускал состояние непонятности, какой-то безысходности. Да, когда человек попадает в пустыню или в монотонный процесс, у него возникает состояние безысходности, отсутствие перспективы. Или нет? Да. И Бог здесь говорит, даже это не дьявол, это я так делал, но у меня есть что для определенная благая цель. Смотрите, теперь внимание. Я смирял тебя, томил тебя голодом. Боже, ну зачем тебе было томить меня голодом? И тут же написано, и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Ну, часто мы это место толкуем так, как написано, это правильно, но вдумайтесь. Знаете, как переводится слово «манна»? А вот интересно, что это слово переводится, перевод этого слова, в оригинальном тексте, с перевода этого слова «что это?» в форме удивления, в форме крайнего удивления. Ну, вы сейчас, наверное, не совсем понимаете. Вот когда израильтяне увидели манну, у них было удивление, что это, как это может быть. То есть этого здесь быть что? Не может. А теперь внимание. Вот вы попадаете, вы находитесь, например, в программе реабилитации. Ну, возьмем самые такие, чего хотят люди. Ну, вот мой, ну, как бы, вот, кто-то хочет жену. Вот я знаю, Дима всегда об этом меня спрашивает. Хочет жену. Там, кто-то хочет там карьеру, кто-то хочет там, ну, кто-то меньше, там, паспорт, зубы, не знаю. Вот, и когда он смотрит на это место, и он думает, ну откуда же это здесь что? Возьмется. Или я что-то не то говорю. Но манна это, вот смотрите, манна, он говорит, если бы ты сначала не испытал голода и не попал в это состояние, то ты бы манну по-другому назвал. Ну, вы понимаете или нет? Но когда ты вот в этом состоянии оказался, и ты это увидел, у тебя это произвело какую реакцию? Вау! Что это? Как это могло появиться здесь? Не знаю. Хватает ли мне, Боже, дай мне способности это обрисовать. А теперь вот просто попытайтесь этот момент перенести на учеников в пустыне. Ну, в пустом месте. У них это тоже, вот, можно так сказать образно, что то умножение, которое Бог произвел из малого, помните, 5000 человек накормил рыбками, это та же самая манна. Ну, хотя манны там не было, но это тоже было, вау, как это могло что? Здесь появиться. Это появиться здесь не могло. Вы слышите меня? Я приводил братьям пример на себе,
ну, приведу его, наверное, и вам. То есть у меня был такой момент, когда я только приехал, ну, сюда, в Винницу, я прошел реабилитацию, прошел хорошо, много всего понял, много записал, но потом решил поступить как, ну, может, как, наверное, ну, скорее всего, как Лот, уйдя от помазанника. Потому что пастырь мне говорил, ну, не знаю, пастырь мне конкретно говорил, вот я верю, что твое место рядом со мной, что Бог мне так говорит. Я соглашался с этим, но видел это, либо пастырь имел видение от Бога, а для меня это место казалось каким, как вы думаете? Пустым. Но какое-то другое место, мой дом, где уже у меня была жена, как только мы только с ней поженились, ко мне пустым что? Не казалось. Так? Ну, мне же казалось, надо туда, и вот как? Ну, вот, понимаете, ну тут какая-то непонятка, когда оно там будет. Когда там тот, когда Авраам, когда то потомство у Авраама будет, когда там то, как песок, как, когда там эти, как его, благословляя, благословлю, умножаю, умножу, а тут хоть какая-то что, ну, перспектива. И вот смотрите, год мы с этой моей молодой женой пытались устроить жизнь, а оно не устраивалось. Вот все, где я не пытался, не пить, оно все развалилось, отваливалось. И всякий раз у меня такое ощущение было, что от моей души что-то отваливалось. Ну, вы понимаете? Вот я полностью, я потом через год, ну, вернулся в то место, куда все-таки меня Бог звал. Слышите? Но с последствиями, с разорванной в клочья душой. И первые вот годы, где-то, ну, как, ну, может, не годы, первое время, как бы, ну, меня я все-таки жил с такой глубокой надеждой, убеждением. Я старался, я служил, но я больше всего я хотел, я верил, надеялся, что Бог как-то устроит наши взаимоотношения с той девушкой. Но чем дальше время шло, как обстоятельства складывались, через какой-то период времени я понял, что этого не будет. Аминь, слышите? Ну и я пришел так как-то, Бог лечил мою душу, Бог как-то все устроял, я начинал понимать вещи о духовных детях, что Бог призывает меня приносить духовное потомство. Бог мне часто говорил, что вот люди, которых я тебе вверяю, это мои дети, пускай они становятся твоими детьми. И это стало моей жизнью, это стало, ну, мне нравится, как бы. И где-то на какой-то период наступил, такой было, по годам, когда я, в принципе, думал так, что, скорее всего, я буду как апостол Павел, то, что семьи мне не надо, что вот духовная семья. Но мысли как-то... Все-таки как бы о жене, мелькали, да. Но по мнению стандартному человеческому, где я, я жил в селище, в доме, там окружали, ну, какие-то там люди в селе, но по моим стандартам ни одна. Как бы в жены мне как-то не годится. Ну, как бы тут жены как-то, вот тут жены, ну, в этом месте этого быть что? Не может. И я себе какие-то, ну, надежды питал, что может быть там в центр, в Прага, когда женская реабилитация у нас началась, как-то, ну, я думаю, ну, что я думал, ну, вот, как-то, да, возможно, это будет какая-то, ну, слава Богу, освобожденная девушка от зависимости. И даже что-то у меня постоянно в голове крутилось, скорее всего, что это даже будет бывшая проститутка. И я даже с этим был, как-то согласен. Ну, для меня это, я оценивал себя, думаю, какую. Но когда Бог дал мне нынешнюю жену, я 100%, я не знаю, поймете ли вы меня, если я вот это, я 100%, это манна. Вы понимаете? Ее быть
то, ну, как, по моему мнению, ее там, ее в этом вот быть не, ну, как, не должно. Я не знаю, хватает ли мне слов это объяснить. Это один из примеров. Это один из примеров. Вы меня понимаете? Да. То есть вы понимаете, что такое мама? Но Бог сначала говорит, я томил тебя что? Голодом. Я допустил, чтобы у тебя мысль пришла, что это место пустое. Я испытывал тебя, будешь ли ты мне доверять. А потом, когда они увидели ману, они сказали, вау, что это? Как это могло здесь появиться? А как оно могло там появиться? Да потому что там Бог. Как могли, ну как такое может быть, чтобы две рыбки и там сколько этих, как его, пять хлебов, как такое может быть, чтобы этого хватило на все, как? Да никак не может, это может быть только потому, что там что? Бог. Что ты меня понимаешь? Да. Поэтому, если вам интересно, запишите, что такое манна. Манна – это дословно, что это, или как бы смысл. Здесь этого быть не должно, это невозможно. Но факт, что оно там есть. Вы слышите? Как здесь написано, этого не видел, этого не знал ни ты, ни отцы твои. Знаете, что такое выражение означает «ни ты, ни отцы»? То есть не твой опыт, не опыт что? Отцов. То есть весь опыт человечества говорит, что этого что здесь быть не может. Оно там появилось. Кто-то меня понимает? Да. Слава Богу. Давайте еще 14-16 стих зафиксируйте в этой же главе. Тоже будет полезно. Тут написано, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который вел тебя по пустыне великой и страшной. То есть Бог, да, Бог вел, вводил в место, в состояние, в которое казалось тебе пустым. Вел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Но это все как бы образы. Места, на которых нет воды, но он источал для тебя источник воды из скалы гранитной. Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя, испытать тебя. И теперь фраза, этот кусок текста я взял ради этой фразы. Чтобы впоследствии сделать тебе добро. Слышите? Здесь ключевое слово, себе подчеркните, впоследствии или вследствии. Вот к этому пункту, вот так, пункт нам звучит, пойми, что делает Господь с тобой в этом месте, в этом деле. И для чего этот, я сказал, что возможно вы всего не поймете, но верьте в это слово, вследствии. То есть Бог это делает для того, чтобы впоследствии или вследствие этого преобразить тебя и сделать тебе добро. Аминь. Я понимаю, что немножко это сложно, но это, я верю, очень полезно. Еще буквально два момента. Или три. Этот был самый такой объемный. Четвертый совет. Да, вы еще помните, о чем мы говорим? Это советы, как не перестать по достоинству ценить и место, и дело Божие. Четвертое. Ожидай благих последствий. Всегда ожидай благих последствий. То есть, какое бы состояние у тебя ни было, как бы служение тебе не казалось или дело долгим, монотонным, как бы тебе не казался процесс затянутым, ожидай, ты вправе на основании Слова Божьего, на основании самой личности Божьей. Ожидай благих последствий. Аминь. Запишите здесь такие, ну, места к этому. Римлянам 8:28, известное место, которое написано. Ибо любящим Бога призванным, слышите? Призванным в какое-то место или в какое-то дело по Его изволению,
Все содействует ко благу. То есть, если ты проявляешь любовь к Богу тем, что ты ценишь место, дело, в которое ты помещен по Его, слышите? По Его изволению. А скорее всего, твое изволение этому противится. Вы слышите или нет? Вот твое изволение этому противится, но ты понимаешь, что это Божье изволение. Ты проявляешь любовь к Богу, потому что тем, что проявляешь терпение, доверие к этому месту, к этому делу, то Бог говорит, тебе это будет все содействовать, что? Ко благу. Аминь. И еще запишите, запишите, я очень быстро прочитаю. То есть это к месту, ожидай благих последствий. Ожидай благих последствий. Евреям 13.21 записали? Евреям 13.21. Здесь написано, что Бог усовершит вас во всяком добром деле к исполнению Его воли, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. То есть ожидай благих последствий, потому что ну, смотри пункт второй, написано, всегда не смотри на ощущения, а верь, что в процесс и в последствия. И здесь написано, что Бог производит, то есть Он усовершает тебя. Понимаете, что усовершает? В процессе какого-то места, в процессе какого-то дела, да или нет, которое может кажется тебе пустым, Бог что? Усовершенствует тебя и производит в тебе благоугодное Ему. Аминь, слышите? И обязательно это будет иметь благие последствия. Аминь. Понятно это? Да, да. Пятый совет. Извлеки уроки. Ну, старайся, по крайней мере, лучше так написать. Старайся извлекать уроки. Потому что согласно Писанию, вот тоже Римлянам, ой, Второзаконие, той же 8.5, там есть такая фраза, уже не будем открывать. Ибо знай, что Бог учит тебя, как отец учит сына своего. Аминь, слышите ли? То есть поэтому... сердце свое. Да, ну, в Римлянам, в Второзаконии 8.5, там есть эта фраза. Что знай в сердце твоем, что Бог учит тебя, как отец учит что? Сына своего. То есть ценность учения, чтобы извлекать что? Уроки. Аминь, слышите? Так или нет? Да. Поэтому старайся извлекать уроки. Есть еще такое место, Еремии 15.19. Это к этому же пункту. Запишите, Иеремии 15.19 там написано, что если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, да, Бог призывает нас извлекать драгоценное из того, что кажется тебе каким? Ну, пустым, ничтожным. И там дальше, знаете, что написано? Написано обетование, которое звучит довольно странно и непонятно. Я думаю, что даже что имеет смысл потратить буквально пару минут, чтобы задуматься. Смотрите, написано, что если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного, алло, внимание, драгоценное из какого? Ну, из пустого. То Бог говорит, то будешь как мои уста. Слышите? И так сказано. Не ты будешь обращаться к ним, а они будут обращаться к тебе. Вдумайтесь, какое обетование. Что если ты извлечешь, научишься ценить, то есть будешь по-другому смотреть на место, на дело, будешь стараться и обретешь этот навык извлекать драгоценное, казалось бы, из чего? Из пустого. То Бог будет говорить, будешь как мои уста. Не ты будешь обращаться к ним, а они будут обращаться к тебе. То есть я предположу так, что обетование предполагает это. Когда ты в какие бы ты ситуации не попадал, ты будешь иметь такое состояние, что
Тебе даже не надо будет молиться, а Бог будет уже обращаться к тебе и говорить, как мудро, как правильно, как-то предостерегать тебя. Если ты займешься бизнесом, то Бог будет тебе говорить, вот сюда суйся, вот сюда не суйся. Ну, понимаешь, как любой же... То есть тебе даже не надо будет его спрашивать, а уже а мудрость уже будет приходить к тебе. Аминь. Слышите ли вы? Вот такое обетование. И шестое, последнее. Последний совет. Радуйся. Ну, если бы так просто написать «радуйся», то как-то так часто христиане сегодня, ну, как призываю, это правильно, ну, как бы «радуйся», там, хлопай, когда тебе плохо, «радуйся». Но важно всегда понимать, даже Яков пишет, «радуйтесь, с большой радостью принимайте, братья мои», там, когда впадаете, да, в различные испытания. Но он объясняет, почему радуйтесь, зная, что эти испытания имеют определенную цель, да, или нет, а не просто так радуйтесь. Поэтому радуйтесь славе, которую явит Бог, радуйтесь славе, которую явит Бог. Аминь. Смотрите, потому что Бог часто, ну как бы часто, не часто, но он использует, так, например, такую фразу, Бог поругаем не бывает, да, например, Бог поругаем не бывает. То есть, если больше ее перевести как бы так к оригиналу, то эта фраза звучит, или друг, ну, или как-то Бог говорит, превознес слово выше имени своего, да. Вот Бог... Как-то я даже не помню, как-то по-научному он называется. Не буду листать. Но как-то эта фраза может даже противоречить сама себе. Бог говорит, ну как бы, да, или я это не я. Понимаете или нет? Что в принципе невозможно, потому что Бог не может не быть собой. Да? Но он это использует как бы для людей в подтверждение. Вы слышите? Понимаете или нет? Потому что если ты, к чему я это говорю, если ты в месте, в котором Бог тебя призывает быть, в месте или в деле, в котором, которое даже кажется тебе пустым, а ты остаешься там, то Бог говорит, если я там с тобой, то ты обязательно, ну так не может быть, ты обязательно будешь видеть славу мою. Аминь, слышите меня? Ну, чтобы вам, может, это больше, более лучше понять, это задание даю не всем, кто будет смотреть. Просмотрите вот книгу Агея, пророка Агея, да? Вот там такая история, где Бог упрекает народ, что они не хотят строить храм. Помните, ну, чтобы больше понять, буквально пару минут контекст. То есть, понимаете, что народ Божий, уже будучи освобожденным, живя в земле обетованной, не учтя вот это всего, что Бог говорил, как и мы порой сегодня, попал уже опять в вавилонское рабство. Так? Ну, знаете это. Ну, изучали. Если не изучали, то изучите эти исторические фрагменты, писания. И прошло время, 70 лет, да, и Бог потихоньку давал возможность выходить народу из вавилонского рабства. Вы помните восстановление сначала Иерусалимской стены, там это Неемия книга, да? Книга Эздры, вот эта книга Агея больше говорит уже о восстановлении храма. Так, понимаете? То есть это два важных аспекта в Израиле. Сам Иерусалим восстановление и восстановление храма. И вот они вот переселились уже в Иерусалим, но храм был в развалинах. И Бог говорит, там их упрекает, что вы каждый к своему дому бежите, а дом мой в запустении. Но и там написано, что вразумились эти этот Иисус, сын Иосидеков, там, да, я не помню эти имена, и весь народ, и как только их, они даже еще не начали строить храм, но они в сердце своем сказали, да, будем строить, и там прочитайте, Бог говорит, и тогда Бог пришел через пророка и говорит, я с вами. Слышите? Вот до этого, как-то сказать, получается его с ними что? Им это дело казалось пустым, им более важным казалось
их не дело, так или нет? И он говорит, посмотрите на свою жизнь, что вы зарабатываете, то я развею там, что не принесете домой, то оно куда-то исчезает. Ну прямо как вот сегодня, да? И Бог говорит, это все потому, что вы что? Мое дело считаете пустым. Но как только они, вот только-только они поменяли свое только восприятие, Бог приходит и говорит, я с вами, говорит, стройте храм. И там такой интересный момент, что были там, видно, старики, которые видели еще в детстве там славу первого храма, да или нет? И они как бы так, ну, говорят, что, ну, вот то, что мы сейчас строим, оно уже ни в какую эту, ну, не будет идти в сравнении там с прежним. Но Бог говорит, увидите, что эта слава второго храма будет, что, более первого. Вы увидите славу. Но это так, может, такая более сложная концепция. А самая простая концепция изложена прямо в этом месте Луки, где ученики говорили, отпусти народ, место здесь пустое. Но именно в этом месте он явил, что великое-великое чудо. Они были очевидцами этой славы. И вы помните, потом он им много раз говорит, помните, что люди наелись, и даже, но говорит, сколько вы набрали еще что? Остатков. Помните, сколько вы еще набрали остатков? Поэтому что? Радуйтесь, вы в проигрыше не будете. Аминь, слышите или нет? Радуйтесь. То есть вы прямо сейчас, да как бы вам ни казалось это место пустым, если мы этим пропитаемся, это есть повод для радости, что Бог явит славу свою. Не знаю, там 36-й псалом можете записать, стих там 4 по 6 написано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Аминь, слышите? Какой стих? Ну, сами уже потрудитесь, найдете, я уже сокращаю. 36.6. Да. Ну, о чем это говорит? Что обязательно ты будешь видеть Его славу, если по достоинству будешь ценить Его призвание, Его место, Его дело. Аминь, братья драгоценные. И самое главное, как мы уже вначале говорили, ты здесь не в пустом месте. Слышите? Братья, я вам сейчас говорю, я говорю всем, кто находится в программе реабилитации, как бы вам ни казалось, что бы вам ни казалось, ты здесь не в пустом месте. Слышите? Потому что здесь есть Бог. Иегова. Слышите, когда он сказал, это тот Бог, который открылся Моисею и сказал ему это имя Иегова. А знаете, что оно означает? Сущий, но есть еще другое как бы истолкование. Я есть. Я есть тот, кто я есть. Или я есть все. Слышите? Вот мы иногда, вот просто даю вам уже такой мозговой штурм, не на сейчас, а на ваше личное молитвенное время, на ваше личное размышление. Подумайте, когда Бог говорит, я есть тот, кто я есть. И от этого имени Иегова происходят все другие, ну, многие имена, которые упоминаются в Писании. Иегова Ира, Иегова Рафа, Иегова Ниси, да? То есть, что это говорит? Я, если надо тебе будет исцеление, я есть исцеление. Так? Если тебе надо будет что-то, что тебе, ну, понадобится, я есть Бог усматривающий. Так или нет? Я есть знамя победы. Но это лишь малые перечисления, но ключевое здесь есть это имя. Я есть. Я есть все. Я есть этим хлебом. Тут тебе кажется, это пустое место. Я есть этот хлеб. Тебе нужна жена, я есть. Бог говорит, я есть. Будешь мне верен, манна появится. Я сам есть это. Вы понимаете, манна это, ну, как бы, я не знаю, как это сказать так, чтобы не сказать какой-то глупости или ереси. Но манна это символизирует то, что именно то, что Бог подтверждает, что я есть.
Вот я есть, значит, это может здесь появиться. Аминь, слышите или нет? Да будет имя Его благословенно. И да придет к нам духом Его разумения. Аминь. Аминь. Господь, благослови нас, чтобы мы это поняли, чтобы мы это усвоили, чтобы мы это приняли, чтобы это в нас осталось, чтобы это в нас пребывало, и чтобы это формировало ход нашей жизни, наше мышление, нашу веру. И чтобы мы прославили Тебя, Господь. И даже находясь в сложных обстоятельствах, даже находясь, как может казаться нам, в пустом месте, мы знали, что Ты с нами здесь. Если это то место, в которое Ты нас призвал, и то дело, которое Ты нам верил. Утверди нас в этом, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо.